В Алматы открылся международный образовательный форум. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра республики Бердыбек Сапарбаев и аким города Бахытжан Сагынтаев. Выступая с приветственной речью, замглавы правительства зачитал письмо, которое направил лично премьер-министр Казахстана. Глубоко символично, что сегодняшний саммит проводится в стенах Казахского национального университета имени Аль-Фараби, являющийся глобальным хабом по устойчивому развитию программы ООН «Академическое влияние». Сегодня страна решает задачи по повышению конкурентоспособности системы образования, науки. Университетам представлена академическая самостоятельность. Все эти меры направлены на усиление влияния университетов в процессах эволюции научно-образовательного, технологического и гуманитарного пространства. На Всемирную конференцию приехали свыше 800 лидеров академических кругов и экспертов в сфере высшего образования из 40 стран мира. Представители ООН и ЮНЕСКО, всемирно известной компании Microsoft и BBC, а также других международных организаций, которые впервые собрались в стенах одного университета. Глава мегаполиса поздравил присутствующих, отметив важность и значимость этого события для студентов всего Казахстана. Сегодня качество знаний определяет то, каким будет наше будущее. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев назвал повышение уровня знаний населения одной из приоритетных задач развития страны. В рамках форума Бердыбек Сапарбаев посетил несколько объектов Национального университета имени Аль-Фараби. В частности, осмотрел IT-технопарк и расположенные в нем центры процессных инноваций и дистанционного зондирования Земли. Показали Сапарбаеву библиотеку и музей Аль-Фараби, где хранится фонд редких и ценных книг. А также ознакомили с экспонатами «Семь граней Великой степи» и залом первого президента. Подробнее о повестке дня форума расскажем в вечернем выпуске новостей.